Всем привет, дорогие друзья, с вами Тинчо, и в этом видео я буду проходить ваши уровни, которые вы мне создали. Стоп! Перед этим хочу сначала показать коммент и порекомендовать вам канал Лесопой. Снимают разные игры. Если вам это не нравится, то можете на него подписаться. Ну а мы продолжаем. Я вас просил создать уровни, которые, с названием Дынчосик в комментах, и многие даже откликнулись и даже создали уровни. До этого я их тоже проходил, но проблем со съемкой были, получается. Но в этом видео мы выберем сейчас на рандом 4 уровня, которые я буду проходить. Давайте-ка начнем вот этот уровень. Мы проходим. Давай уровень, кажется, хорошо для начала. Начинаем создавать уровень, чель, который создал, то это очень неплохо для начала получается. Так, давайте-ка вот это выберем. Так, это вроде бы челлендж. Да, это не сложный челлендж. Почти. Опа, и... И мы проходим челлендж. Конечно, я на этих кнопках проходил много раз, это проиграл. Но все же хороший челлендж. Так, продолжаем, получается. Выбираю уровень. Пожалуй, вот этот. Так, этот уровень, кстати, очень крутой с декором. Это спасибо чему, очень прикольно делать уровни. Пошел в руки. Точно, конечно, проиграл, но все равно продолжаю. В принципе, уровень даже очень хороший, и спасибо человеку, который создал этот уровень. Лайк поставил уже до этого, так, получается, мы играем в последний уровень. Если что, не переживайте, то, что я не прошел другие уровни, я создам вторую и даже третью часть по этим прохождениям. Все-таки не зря же вы создавали эти уровни. Турнир, кстати, довольно такой сложненький, его можно пройти, получается. Смотрите, проходили. Кстати, тут есть баг внизу, лучше туда не идти. Так, получается, вот тут опасный момент, все. Финальный идет, получается, у нас. И мы проходим этот уровень. Уровень довольно хороший, и геймплей тоже очень отличный получается. До этого уже лайкос поставил. Если вам понравился видос, можете поставить лайк и подписаться на канал. Будет вторая часть. Всем удачи и всем пока.